Дорогие наши друзья, сегодня рано утром в мире шоу-бизнеса появилась ужасная новость. Мы были шокированы от этого известия. Многие до сих пор даже не имеют слов, чтобы сказать, услышав об этой трагедии. Рано утром нам стало известно, что сегодня Следственный комитет России возобновил расследование по факту смерти российского актера Армена Джигарханяна. Оказывается, уже даже есть подозреваемые в его смерти. Оказывается, его смерть случилась по халатности врачей. На данный момент эта информация совсем закрытая. Ни друзья, ни родственники на данный момент пока ничего не могут рассказать по этому поводу. Мы очень наблюдаем за развитием событий. Будем надеяться, что нам удастся что-либо узнать по этому факту. Следите, друзья, за нашим каналом, следите за нашими выпусками, ведь только у нас вы сможете увидеть продолжение этого выпуска. Подписывайтесь на наш канал и будьте всегда с нами. До скорой встречи на нашем YouTube-канале.